Здравствуйте! Вы смотрите новости, в студии Яков Берлин. Сначала коротко о главных темах выпуска. Сейчас начнутся морозы. Мы будем их находить как в блокадном Ленинграде, если брать не будем. Петрозаводску необходим вытрезвитель, сказал министр внутренних дел Василий Кукушкин. На брифинге в правительстве он сообщил данные статистики по криминогенной ситуации в регионе. Вот здесь будет игровая, да, закуплен уже материал, дело только во времени установить. А там, в том помещении, будет сенсорная комната. В Ланце открывается уникальный детский сад. Здесь создана группа для малышей с 8 месяцев. И я поздравляю вас с наступающим 2015 годом и желаю, чтобы в 2015 году жизнь была еще лучше и краше. В Карелии стартовал традиционный фестиваль «Игры Дедов Морозов». Теперь подробнее. Принятие концепции федеральной целевой программы по комплексному развитию Карелии до 2020 года находится на финишной прямой. Об этом заявил сегодня глава республики Александр Худиланин. В субботу вечером в правительстве России состоялось совещание, посвященное этому вопросу. И сегодня окончательный документ выдан на согласование согласительной комиссии. Очень большая вероятность того, что в декабре концепция будет получена. Учитывая, что документ был подготовлен за 9 месяцев, это большая удача и успех. И это еще раз говорит о внимании к Карелии со стороны федерального центра, отметил Александр Худиланин. Напомним, принятие федеральной целевой программы развития республики предполагает значительное финансирование, которое будет вложено в три главных направления – инфраструктуру, экономику и социальную сферу. Такое целевое финансирование региона в целом позволит повысить интерес к республике, ее туристическую привлекательность, качество жизни населения. В Петрозаводске необходимо открыть вытрезвитель. У полиции и медиков не хватает ресурсов, чтобы справиться с задержанными пьяными горожанами. Об этом заявил на брифинге в правительстве министр МВД Карелии Василий Кукушкин. Вместе с тем министр отметил, что количество преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, в республике снизилось на 10% по отношению к периоду прошлого года. В статистике правонарушений на первом месте хулиганство. В процентном отношении количество таких преступлений увеличилось за год почти в два раза. Подробнее в материале Максима Смирнова. В Карелии в нынешнем году отмечен рост уличной преступности на 20% по отношению к периоду прошлого года. Увеличение числа преступлений министр объяснил изменением в подходах к статистическим подсчетам. То есть некоторые преступления, ранее считавшиеся административными, теперь рассматриваются в рамках Уголовного кодекса. Например, хулиганство. Большинство преступных деяний – кражи. 57% от всех зарегистрированных преступлений. Отдельно министр обозначил проблему с задержанием пьяных. Кукушкин сообщил, что в руководстве МВД России уже прорабатывается вопрос восстановления системы медицинской вытрезвителей. Сегодня людей в непотребном виде необходимо вести в больницу, где они доставляют много проблем врачам. Когда просыпаются, впадают в буйство, дерутся, их приходится связывать. Я, например, видел, как они ходят с койками. До сих пор не могу понять, как это происходит. Я думаю, что как он будет называться, нет вытрезвителя, вытрезвитель, социальная какая-то организация. Это не важно, но в Петрозаводске он должен быть. Почему, я объясню. Сейчас начнутся морозы. Мы будем их находить как в блокадном Ленинграде, если брать не будем. К движению «Стоп-хам» у Кукушкина двоякое отношение. Как отметил министр, с одной стороны, движение создано справедливо, ведь хамить на дорогах нельзя. С другой стороны, уже были конфликты с водителями, которые не нарушали правил, но тем не менее стоп-хамовцы наклеивали на стекло эмблемы. Кукушкин сообщил, что людей должны защищать государственные органы. Полиция, прокуратура, следственный комитет. Набегать там на машину, лепить... И так далее. Я думаю, что это не совсем правильно. Мы же в государстве живем. Хотя, в общем-то, изначально вроде бы там положительно. Может, где-то мы не дорабатываем, они пытаются доработать. Но какими методами? Но я думаю, что когда они ведут себя неадекватно, то это мелкое хулиганство. Они нарушают общественный порядок. Министр также рассказал, что сегодня раскрывать уличные правонарушения и преступления стало легче благодаря камерам наружного наблюдения. Василий Кукушкин считает, что их должно быть больше в городе. Еще одну тему прокомментировал Василий Кукушкин. Напомним, в минувшую пятницу в лесу в 5 километрах от Шолтозера обнаружили тела двух курсантов речного училища, пропавших недели ранее. В СМИ появилась информация, что, возможно, молодые люди были убиты. Однако у полицейских, по словам Василия Кукушкина, говорить об этом основания нет. Скорее всего, молодые люди совершили самоубийство.
17-летний Николай Костин и Вячеслав Касаткин 20 ноября взяли в Петрозаводске такси и выехали домой в сторону Вытегры. Но до места назначения не доехали. Они вышли в Шолтезере. По факту гибели двух человек было возбуждено уголовное дело. По словам министра Кукушкина, один из погибших проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу о краже. Оно было возбуждено в Вологодской области. Молодой человек ехал домой, чтобы предстать перед судом, а его друг вызвался его сопровождать. Они купили пиво. Ехали в суд. Один из них ехал в суд, другой его сопровождал. Ну и кончилось тем, что, значит, один висит, один оторвался. Вот такая ситуация. Проверку проводит Следственный комитет, но у нас пока нет оснований полагать, что там есть состав преступления. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии. На месте работает следственная группа. В январе в Оланце откроется уникальный детский сад. Его необычность заключается в том, что туда будут принимать малышей с 8 месяцев. Правда, группа для них будет не слишком большой, не более 10 детей, с которыми помимо воспитателей будут работать психолог и логопед. Обещают организовать регулярные консультации с родителями. Ремонт здания обошелся в 17 миллионов рублей, которые выделили федеральные, республиканские и местные бюджеты. Накануне в детском саду побывал заместитель главы Карелии по региональной политике Юрий Шабанов. Для него и других гостей провели экскурсию по зданию. Оно было возвращено в систему дошкольного воспитания 2 года назад. Тогда же начался ремонт. Сейчас он уже фактически завершен. В декабре соберут мебель, установят оборудование, благоустроят игровые площадки на улице. Всего детский сад сможет принять 140 детей, в том числе совсем юных, от 8 месяцев до года и 2 месяцев. Разработан проект по этому сопровождению детей раннего возраста, как психолого-педагогического, так и медицинского. Вот здесь будет игровая, да, закуплен уже материал, дело только во времени установить. А там, в том помещении, будет сенсорная комната. Помимо основной подготовки детей, в новом саду будут обучать карельскому языку. Для этого создадут специальную этносреду. Сделают таблички на 2 языках, сошьют костюмы для воспитателей. Даже занавески будут в определенном стиле. Всего же в саду будет 6 групп. Открывать их будут постепенно. 2 в январе, 2 в феврале и еще 2 в сентябре. В администрации города надеются существенно сократить очередь в детские сады. Сейчас в ней 187 ребятишек. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Сейчас в Карелии 1500 ВИЧ-инфицированных, и их количество растет. В этом году в республике выявлено 168 новых случаев. Самый высокий уровень заболеваемости в Лоухском и Сартовальском районах. Он даже превышает средний по России. Хотя, с другой стороны, современная медицина позволяет не только сохранить жизнь человека, но и сделать ее практически полноценной. Об этих и других фактах сегодня рассказали на пресс-конференции в Центре борьбы с ВИЧ-инфекцией. Еще 10 лет назад СПИД считался болезнью молодых. Четверти заболевших не было еще 20. Сейчас все изменилось. Школьники и учащиеся СУЗов много слышат об опасности СПИДа, и эти лекции, похоже, возымели действие. К этому году процент подростков, у которых диагностировали ВИЧ, уменьшился в 20 раз. Беспокойство врачей вызывает другая тенденция. Все чаще болеть стали взрослые люди. 30-40 лет. Почти в 5 раз в этой группе населения увеличилась заболеваемость. И 6 раз в возрастной группе 40-50 лет. Просветительская работа в рабочих коллективах практически не ведется. Плюс старшее поколение неохотно обращается к врачам, и зачастую болезнь выявляют уже на поздних стадиях. В этом случае вылечить ее и сложнее, и дороже. Для сравнения, лечение только что выявленной ВИЧ-инфекции обходится государству в среднем в 60-70 тысяч рублей в год. Затраты на лечение запущенных случаев возрастают до 1,5–2 миллионов. Врачи рекомендуют всем пройти обследование. Мы можем продлить жизнь больного ВИЧ-инфицированного до старости. Мы можем дать возможность ВИЧ-инфицированному пациенту иметь семью, здоровую семью. Мы можем дать возможность ВИЧ-инфицированной женщине иметь и родить здорового ребенка. Еще одно отличие Карелии от других регионов России – это причины заражения. По всей стране главным источником инфекции врачи называют употребление инъекционных наркотиков. В Карелии основная причина – незащищенные сексуальные контакты. Кроме того, был зафиксирован случай, когда ребенок заразился при грудном вскармливании. Случаев заражения при переливании донорской крови в Карелии не было. Врачи относятся к этому вопросу очень серьезно. Мы сегодня готовимся к сдаче нового подразделения ПЦР-лаборатории. Оборудование стоимостью 16,5 миллионов закуплено на деньги по федеральной программе с софинансированием Республики Карелия. Новое оборудование позволяет проводить тесты на ВИЧ за сутки. Обычно эта процедура занимает около 10 календарных дней. Для донорства это очень важно.
Эритроциты не живут долго. Как говорят сами врачи, чем быстрее сделаешь переливание, тем лучше. А сейчас коротко о других событиях республики. Прокуратура Лахдымпохского района совместно с Карельским Роспотребнадзором провела проверку в городе Лахдымпохья. Установлено, что сточные воды сбрасываются в городе без очистки. По данному факту прокуратура направила иск в Лахдымпохский районный суд. Она потребовала обязать администрацию города в срок до 1 июля устранить нарушение. И суд иск удовлетворил в полном объеме. Решение не вступило в законную силу. В День матери в родильном доме имени Гудкина и Республиканском перинатальном центре побывали исполняющие обязанности министра здравоохранения и социального развития Карелии Эрвет Хидишан и заместитель министра Ольга Соколова. От имени главы республики Александра Худиланина они поздравили женщин, вручили цветы тем, кому посчастливилось стать мамой именно в этот день, и подарки для новорожденных. Всего в День матери в Карелии родилось 23 малыша. Лыжный фестиваль-конкурс «Зимние фонтаны-2015» открылся, несмотря на отсутствие снега. В нем приняли участие более 250 человек. Петрозаводчане приходили пешком, с лыжными палками, многие приехали на велосипедах. В этом году организаторы фестиваля разработали пешеходные тропы. Поставить электронную отметку в карточку участника можно в конце маршрута. Терминал для чтения информации будет устанавливаться каждые выходные. Отметиться в нем можно с 10 утра до 3 часов дня. 1 декабря стартовал заочный конкурс Всероссийского фестиваля песни «Гренландия». Это одно из самых ярких событий авторской песни России. Ежегодно в июле на нем собирается более 100 тысяч человек в Кировской области. В этом году тема конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто». Он продлится до 8 мая следующего года. Подробности на сайте greenlandia.ru. В Алансе стартовал традиционный фестиваль «Игры Дедов Морозов». В этом году участниками игр стали 12 Дедов Морозов из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Гатчины, Кондопоги, Медвежьегорска, Пензы, Пскова, Пряжи и Аланца. Не обошлось без сюрпризов. Медвежьегорск в этом году выставил 3 представителей, среди которых был дедушка в костюме голландского Деда Мороза. На суд зрителей соревнующиеся представили свои визитки. Аланецкий Мороз зажег толпу под мотивы бременских музыкантов. Затем Морозы весь день соревновались на конкурсных площадках. От имени главы Карелии поздравил аланчан и гостей города с этим событием его заместитель по региональной политике Юрий Шабанов. Очень отрадно, что Новый год, 2015 год начинается здесь, 2014 заканчивается. Я впервые на Аланецких играх, и вот праздник здесь ощущается, и я поздравляю вас с наступающим 2015 годом и желаю, чтобы в 2015 году жизнь была еще лучше и краше. По итогам этапа фестиваля каждый Дед Мороз был отмечен в какой-либо номинации. Лучшей визиткой было признано выступление дедушки из Кондопоги. Конкурсную программу выиграл Медвежьегорский Дед Мороз, победитель прошлого года. На тропе лучше всех показал себя дедушка из Пензы, который по общим результатам и получил гран-при фестиваля. Это все новости на сегодня. В студии был Яков Берлин. До встречи.